Доброе утро, уважаемые мытищинцы. Я Елена Рахманина. Многие меня, наверное, знают, потому что я представляю Союз пенсионеров Подмосковья по нашему любимому городскому округу Мытищи. Знаете ли вы, что сегодня, 24 апреля, тоже большой праздник, оказывается. Весь наш народ отмечает День секретаря. А сейчас мы вам расскажем, как оформить свой ежедневник. Я думаю, что это будет полезно не только секретарям, но и каждому из нас, потому что это интересно и нужно. А сейчас мы вам расскажем об еще одной очень злободневной теме. Ведь весна пришла, она в полном разгаре, и каждая женщина хочет, конечно же, помолодеть. А чтобы помолодеть, ей надо быть в форме. А чтобы быть в форме, надо быть активной. Ну, не хочу хвастаться, конечно, но все-таки мне уже через 3 месяца 79 лет, а я считаю, что я в форме, потому что я не останавливаюсь. Вот и вам этого желаю. Привет! Меня зовут Аня, и сегодня я проведу интервальную тренировку. Специальные интервальные тренировки необходимы всем желающим избавиться от лишних килограммов. Продолжительные интервальные тренировки положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, что значительно повышает выносливость. При этом многие согласятся, что тренировки бывают часто однообразными, но с нашими тренировками скучать точно не придется. Первое упражнение – двойной прыжок с элементами боксирования. Делаем выпад на правую ногу. Колено задней ноги не касается пола. Колено передней ноги не выходит за носок. Меняем ногу в выпаде на левую в прыжке. Выпад на левую ногу. Имитируем боксерский удар. Меняем выпад на правую в прыжке. Имитируем боксерский удар. Прыжки в планке. Становимся в планку на локтях. Ногами делаем распрыжку. Выходим в планку на прямых руках. Выполняем подтягивание коленей. Отжимание на трицепс. Становимся в упор на руки, таз держим на весу, выполняем 3 отжимания, при этом таз пола не касается. В упоре на руки поочередно поднимаем правую и левую ногу.
Прыжки с приседанием. Ноги на ширине плеч. Делаем неглубокий присед. Спину держим ровно. На выдохе подпрыгиваем как можно выше и поднимаем руки над головой. Хлопок. Опускаемся на пол двумя ногами одновременно. И снова прыжок. Комплекс упражнений следует выполнить 2 раза, постепенно увеличивая темп. Затем, после 20 секунд отдыха, выполнить еще раз. Если ваша цель похудеть, то тренировку нужно выполнять ежедневно, не забывая о правильном питании. А сейчас я предлагаю вам сюжет о 84-летней спортсменке, которая вышла на чемпионат мира по легкой атлетике. Пожалуйста. У 84-летней Флоренс Мейлер нет времени вязать носки и печь пироги. 6 дней в неделю американка усиленно тренируется в спортзале Университета Вермонта. Бабушка-спортсменка планирует выступить на чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов. Очень сложно, нужно по-настоящему трудиться. Внутри должен быть стальной стержень и нужно время. Мне нравится этим заниматься, потому что это вызов. Флоренс росла на молочной ферме и с детства привыкла к физической работе. Спортом увлеклась еще в школе, занималась баскетболом, бальными танцами и чечеткой. Потом я надолго увлеклась водными лыжами, потому что мы живем всего в 6 километрах от озера Шамплейн, и там был клуб водных лыж. 59 лет американка посвятила себя легкой атлетике. Больше всего полюбила прыжки с шестом. В этой дисциплине Флоренс уже установила 3 рекорда в возрасте 70, 75 и 80 лет. В июне ей исполнится 85, и она надеется на новые достижения. Тренер гордится своей подопечной. Она приходит пораньше, чтобы хорошо разогреться. Вернувшись домой, она подолгу делает растяжку. Вся ее жизнь построена вокруг тренировок, чтобы она могла стать фантастической спортсменкой. Чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов пройдет летом следующего года в Торонто. Флоренс выполнит прыжок в длину, тройной прыжок и прыжок с шестом. Она также будет участвовать в беге на 60 и 800 метров и в беге с барьерами на 60 метров. Кроме того, пожилая спортсменка планирует выступить в эстафете 4 на 200. В чемпионате участвуют спортсмены старше 35 лет. Дорогие мои, следующая рубрика у нас самая вкусная. Мы хотим поговорить о рецептах. Мы вам хотим предложить сюжет о самом диетическом, наверное, рецепте. Всего 100 калорий. Посмотрите, пожалуйста. И сегодня мы приготовим суп-пюре из брокколи от Алены. И первым делом поставим вариться куриный бульон. Натираем морковь на терке и мелко режем лук. Брокколи по праву считается королевой капусты, так как содержит в себе множество полезных свойств. Например, в брокколи очень много витамина С и омега-3 жирных кислот. Брокколи – отличный диетический продукт. Прекрасно насыщает и притупляет чувство голода. К тому же на 100 грамм всего лишь 29 килокалорий. Готовое мясо вынимаем из бульона, остужаем его и режем небольшими кубиками. Добавляем в бульон зажарку и брокколи. Добавляем соль и перец по вкусу. Наш суп почти готов. Осталось добавить сливки и взбить блендером. Добавим курицу и сыр и украсим базиликом. А сейчас, ну, может быть, не все хотят следить за своей фигурой, или им этого просто уже не нужно, мы предлагаем еще один рецепт. Очень интересный, прошу вашего внимания, картофельные зразы. Музыка.
наконец, еще один великий праздник нас ожидает с вами. Это 28 апреля будем с вами отмечать Великую Пасху. Для всех христиан это, конечно, очень значимый праздник. Мы вам хотим предложить еще один рецепт, как легко и красиво покрасить яйца. Но прежде чем вам покажут этот сюжет, я вам хочу сказать свой рецепт. А я вот люблю красить яйца живыми. Вы знаете, я вот из петрушечки сделаю окаймление яичка, свяжу его тоненькой ниточкой и опущу в воду. И когда это все сварится, то у меня на яйце будет силуэт этой петрушечки. Очень даже эффектно. Можно в той же луковой шелухе сварить вот такую красивую, так сказать, такую красивую веточку петрушечки. А сейчас, пожалуйста, наш сюжет. Следующая рубрика, уважаемые зрители, это про наших дочерей, про наших внучек, про молодых мам. Очень много интересного можно услышать сегодня для молодых мам. Но мы сегодня хотим говорить именно о развивающей игрушке. Пожалуйста, для вас наш сюжет. Здравствуйте, меня зовут Марина Решетко. Я логопед, олигофренопедагог. Сегодня совместно с каналом «Любящие мамы» мы подготовили для вас обзор фетровых пособий, которые помогут вам стимулировать зрительное, слуховое и тактильное восприятие вашего ребенка, а также мотивировать его к речевой деятельности. Thank you.
уважаемые наши телезрители, и маленькие, и большие, все, кто сегодня посмотрел нашу программу, спасибо вам за то, что вы с нами. Мы хотим попрощаться на последней неделе перед Пасхой, прекрасной весной, чистым городом, цветущими цветами, свежим воздухом. Дай вам Бог всего самого-самого доброго.